Далее новости Экспо. В понедельник на международной выставке зарегистрирован 1,5-миллионный посетитель. Напомним, 11 июля миллионным гостем стала учитель математики из Астаны. За прошлую неделю Экспо посетили 285 300 человек, то есть в среднем 40 757 посетителей в день. А вот суммарное количество посещений всех объектов выставки подходит к 12 миллионам. Популярные павильоны Плаза Африки, Египта, Индии, России, Турции. А вот топ самых посещаемых объектов Нур-Алем, коммерческие павильоны, детская лаборатория Shell и детский парк и, конечно же, цирк Дю Солей. Сегодня для гостей подготовили яркое шоу. Здесь праздновали Национальный день Кубы. Он состоял из двух частей – официальной программы и культурного музыкального шоу «Ритмы Кубы». У гостей была прекрасная возможность насладиться энергией и страстью этой страны. Шоу включало латинские танцы и карнавальный парад.